В эти дни в Большом зале мэрии проходит торжественное вручение юбилейных медалей, специально посвященных 75-летию победы Великой Отечественной войны с вручением удостоверения. Медали в один день вручить не получается. Участников войны, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла у нас 2590 человек. И пришлось героев войны приглашать на вручение группами. Вручение сопровождалось с обязательным присутствием представителей администрации города и депутатов Петросовета. Для меня, как и для всех советских граждан, а я родился именно в той стране, это великий праздник. Я уверен в том, что нет ни одной семьи, которая не имела бы отношения к этому замечательному дню. У кого-то это бабушки, дедушки, прабабушки. Каждый в нашей семье, каждый в нашей стране имеет отношение к данному празднику. У меня оба деда воевали в Великой Отечественной войне. Они оба инвалиды Великой Отечественной войны. Бабушка – труженик тыла. Они всегда рассказывали мне об этом празднике. Мы всегда торжественно отмечали его. И на сегодняшний день я стараюсь, если в городе, принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященному Дню Великой Победы. Каждый раз с семьей мы участвуем в бессмертном полке. Оба мои деда со мной на этом празднике. Посмотрим на эти лица, на торжественность и печаль. Старики вспоминали ушедшую войну, потерянных друзей и близких. Истинное патриотическое воспитание – это именно рассказ участников событий в этой страшной войне, рассказ о этом подвиге, об этих лишениях, о трудностях нашим детям, внукам и вообще всем знакомым людям.